Как отметил Кайрат Келимбетов, государство сегодня особое внимание уделяет развитию человеческого капитала. Именно в образовательных учреждениях закладываются основы будущих достижений Казахстана, сказал вице-премьер при посещении школы для одаренных детей Мурагер. Сегодня здесь по инновационным методикам обучается более 500 школьников из всех районов области. Преподавание в этой школе ведется на трех языках – казахском, русском и английском. Мы не готовим переводчиков, а для того, чтобы дети могли пользоваться первоисточником. Поскольку у нас школа естественно-математического направления, и в основном, конечно, внимание мы уделяем исследовательской работе, приучаем детей к исследовательской работе. И наши проекты дети, конечно, защищают на уровне республики. В этом году, вот, например, защитили несколько проектов, удостоенных золотой и серебряной медали в Москве, это самая компьютерная физика. Заместитель премьер-министра страны принял участие в расширенном активе области с участием главы региона Абильгази Кусаиновым. В центре внимания вопросы реализации основных положений послания президента страны Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Как заявил Кайрат Келимбетов, одной из важных задач для Карагандинской области является развитие моногородов. Всего в Казахстане 27 моногородов, где проживает свыше 1,5 миллиона человек. При этом 8 моногородов приходится на Карагандинскую область. Речь идет о таких городах, как Сарань, Балхаш, Джисказган, Сатпаев, Шахтинск, Каражал, Абай, Темиртау. То есть 8 городов или треть от всего количества моногородов в стране. В этой связи мы просим Акимат области подключиться более активно к разработке программы и начать, не дожидаясь принятия документа, реализацию собственных мер по улучшению экономической ситуации в этих городах. Вице-премьер отметил также высокую динамику в реализации государственной программы форсированной индустриализации. Только в прошлом году в Карагандинской области было реализовано более 20 инновационных проектов на общую сумму около 60 миллиардов тенге. Создано свыше 2500 новых рабочих мест. Кайрат Келимбетов пожелал активу области не снижать подобных темпов индустриализации даже в непростых условиях сложившейся в мировой экономике. Владимир Магаев, Селисавкин, агентство «Хабар», Караганда.